Сегодня у нас вообще солнечная погода, хотя я вон уже в шапке, потому что, ну, осень, извините, и уже холодает, как бы уже, наверное, заморозки скоро будут. Поэтому я уже ношу шапку. Ничего там такого нет. Шапку одел, тепло. А вы как, уже в шапке ходите, без шапки? Это такие опять рассуждения за рулем. Пока тут стою в пробке, опять у нас на ветеранов, да? У нас, конечно, сплошные тут пробки из этого ремонта посередине дороги. Что они тут меняют, трубы, не трубы, я не знаю. Извините, что щурюсь, да, потому что солнце вот светит в лицо и приходится щуриться немножко. Но это все ерунда. Вот, смотрите, какие планы. В ближайшее время снимаю битву микрофонов все-таки Neddy. Тысячный, да, вообще отличный микрофон, очень классный. И сейчас у меня вновь появился AKG P220, Perception 220, но в таком небесно-голубом цвете, вообще он такой симпатичный, красивый, вообще суперский. И так вот, эти два микрофона будут биться между собой, вообще супербой, вообще не знаю, посмотрим, как это все будет, какое качество, посмотрим, может быть, что-то новенькое будет. Вот, потом, что еще? Ну, хочу еще сам этот Perception 220 отдельно записать, вот этот небесно-голубой, может быть, вдруг у него звук еще круче, чем вообще у обычного P220, но это не знаю, конечно, но вдруг. Вот. А потом еще какая пришла идея, так как я записываю гитару через микрофоны, да, то... А гитара у меня, она с преампом. Так вот, идея какая, я ее осуществлю, будет тоже такой ролик интересный. Там, где я пишу одновременно с микрофона гитару, и через провод, то есть напрямую звуковую карту. И посмотрим вообще, что, как лучше записать, так или так. Что лучше для гитары, да, вот для записи гитары. Ну, голос попробую. Не, ну голос как, голос через провод не запишешь. Попробую вот гитару, да, записать, соответственно, через конденсаторный микрофон. И одновременно буду писать ее через провод напрямую в звуковую карту, через встроенный преамп в гитаре. Это будет такой интересный тоже бой провода и микрофона. Что же будет лучше? Кто выиграет? Я пока сам даже не знаю. Это тоже в планах у меня такой, в самых ближайших такой ролик. Вот, соответственно, это будет также по проводу буду писать гитару и буду писать ее в микрофон Neddy и в микрофон AKG 220. У меня есть еще, конечно, вокальный микрофон Shure, но я его вот пока не задействую, потому что, мне кажется, писать через него там гитару, например, это какой-то, ну, это не, он не для этого, он для вокала, да, вот, не знаю. Ну, причем он обычный микрофон, да, динамический, не конденсаторный. Ну, посмотрю, может быть, ради экспериментов и на него что-то попробую записать. Не знаю. Пока не знаю. Гаишники тут стоят в таком месте, опять на ветеранов. Они тут любят стоять. После Козлова стоят гаишники часто здесь. Потому что ты уже проехал, никуда тебе не деться. Они тут стоят и тебя хватит. И ты уже такой никуда и не уедешь от них. В процессе переговоров сейчас тема про интервью. Про интервью с интересным человеком. Вот анонс я уже выложил на канал такого, то, что это будет. Сейчас вот договариваемся вообще с этим человеком о месте, о дате, да, записи этого интервью. Поэтому посмотрим, что из этого получится. Также, ну, об остальном, конечно, лучше потом расскажу. Есть еще планы. Посмотрим. Давайте поговорим о Яндексе. Яндекс сделал на своей платформе, вот там, где Яндекс.Диск, да, во-первых, они сейчас обновили, да, вот этот диск, и там можно по ссылке
получить себе плюс еще 10 гигабайт к диску, если вы сейчас уже перейдете на использование вот этой обновленной, или бета эта версия, или обновленная, ну не знаю, но 10 гигабайт пространства вы можете получить совершенно бесплатно, и они никуда не денутся, просто прибавятся к вашему имеющемуся пространству, и это на самом деле очень классно. Я уже так сделал. Ну так вот. И там появилось, то есть прямо в Яндекс.Диске теперь есть заметки. То есть не нужно, например, я использовал на Маке, да, на Маке. Кстати, Мак еще до сих пор я не починил. iMac свой, что-то он так пока поломался. Не могу установить систему обратно, не знаю, что такое. Может быть, кто-то подскажет. Но суть не в этом. В общем, и там появилось такой раздел «Заметки». И вы прямо в этом Яндекс.Диске делаете, ну, заметку, пишете, записываете. Ну и, соответственно, потом, да, открывая, например, Яндекс.Диск у себя там на компьютере, либо у себя на этом, на телефоне, да, и вы попадаете без проблем в эти заметки и можете прямо там читать, добавлять, редактировать, да, их. И, соответственно, все ваши планы всегда под контролем. И вы никогда ничего не упустите. Ну, если вы будете, ну, использовать эти заметки по назначению и записывать туда все, что вам необходимо. Но это не календарь, конечно, да, который там будет напоминать и все такое. Но все-таки заметки, я вот пользуюсь заметками, потому что пишу туда свои какие-то мысли, планы ближайшие, да, вот какие-то, какие ролики нужно снять там и так далее. То есть вот такого рода. Мне это очень помогает. Ну, вот лично мне. Если, может быть, кому-то это тоже будет помогать, да, такая информация, что так можно делать сейчас, то это отлично. Так что такая небольшая вставочка про Яндекс. Я пользуюсь. Мне нравится. Так что это опять, это такое видео за рулем про... Да, ни про что, да, обо всем и ни о чем. А я потихоньку подъезжаю к месту парковки, поэтому сейчас уже буду закругляться. Ну, в общем, всем всего наилучшего, пока-пока, увидимся в интернете. Пока-пока.